Бурые медведи Герда и Курманбек выступают в качестве синоптиков. Вот уже пятый год по их поведению в феврале сотрудники зоопарка предсказывают погоду. Если они постоянно спят, значит зима будет затяжной. На этот раз пара особенно активна. Часто выходит гулять и играет со своим годовалым медвежонком Умкой. Это верный признак того, что весна будет ранней. Здесь они, например, лежат, ну, просто как, вели себя как, ну, немножко пассивно, будем так говорить. А сегодня вы видели, как они играют, и лазят, и нос везде суют, и к посетителям пристают. Ну, вот в таком вот плане. Поэтому вот здесь вот, так что мы можем тоже предсказать, что эта зима, весна будет ранняя, теплая, а лето жаркое. Еще один обитатель алматинского зоопарка обзавелся новым жильем. Этот 5-метровый сетчатый питон весит почти 70 килограмм и считается самым крупным в Центральной Азии. Змея родилась в алматинском зоопарке в 2003 году. С тех пор жила в маленьком вольере. В этом году волонтеры отремонтировали для нее такую удобную камеру. А пришла девушка, Татьяна Кирьянова, женщина, молодая женщина, все прочее. Сказала, что вот это, она помогала здесь убирать. Помимо этого, она еще здесь контейнеры небольшие помогла приобрести и так далее. Она приобрела вот это вот все, приносила. Вот вам это. Где-то вместе делали. Если что-то не могли вместе сделать, тоже были специалисты, как в электропроводке или там правильно цементом залить там или так далее. Сотрудники зоопарка признаются, что всегда рады помощи волонтеров, предпринимателей и инвесторов. Особенно сейчас, когда идет активная подготовка к весне. Добровольцы уже поспособствовали ремонту вольеров, контейнеров и сбору корма. Ардак Камал, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».